Уральский храм колокольня Большой Златоуст сегодня отметил престольное торжество. День принесения мощей святителя Иоанна Златоуста праздничное богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл. Сегодня над Екатеринбургом разлился благовест 16-тонного колокола с колокольни храма Большой Златоуст, который известил горожан о начале архиерейской божественной литургии. История этого храма, расположенного в самом центре города, и радостная, и скорбная, как и всей нашей церкви. Построенный в конце прошлого века, храм был взорван богоборцами в 1930 году. Только спустя 76 лет началось его восстановление. И с того времени церковь вновь открыта, и в ней совершается ежедневное богослужение. Внешний фасад Большого Златоуста – точная копия Дома Божия, который был разрушен воинствующими безбожниками. Сколько было горя, ненависти, сколько было страха, сколько прожито всего. И все это в нашем сердце, потому что мы несем эту память внутри себя. И поэтому, как наши родители не верили никому, так мы сегодня часто не верим никому, даже самому святому и правильному человеку. Этого не должно быть. И мы должны исправить свою жизнь, обязаны ее сделать. Потому что к этому призывает нас Бог, и без этого не будет спасения для нашей с вами, для наших душ и для тех, кого мы любим, кого мы хотим, чтобы было хорошо. Обращаясь после богослужения к пастве, митрополит Кирилл поздравил всех с престольным праздником и днем памяти Иоанна Златоуста, святого, который нам очень дорог и близок. Для нас это праздник некой нашей памяти. И особенно накануне Великого Поста, пусть будет это для нас средством к нашему личному исправлению и возвращению на путь христианского покаяния. Храни вас всех Господь с праздником!